У нас все на улице бегают, какой-то марафон какой-то, смотри, этот носится, вот человек, там дождь, я понимаю, но смотрю, вон там носится, смотри, смотри, все бегают на улице, что-то, вон тот он бегает, вокруг да около, тот человек, что-то сюда, тот человек бежит тоже, что такое происходит, ой, все бегают что-то на улице, сюда-сюда. Я понимаю, что дождь, но как будто марафон какой-то. С бумагами с какими-то. Вон бежит. Ай, чуть под машину не попал, ё-моё. Эй, привет, вы что там все бегаете? Вон в красном бежит, вон бегут. Ну там понятно, что футбол играет. Вот женщина какая-то, девушка, кстати, бежит вот внутри. Это что, забег какой-то, марафон? Что происходит, я не понимаю. Все бегают туда-сюда. Внимание привлекает. А, худеют, наверное, после праздников они заканчиваются. 9 мая. Вон, все бегают что-то. Чуть не столкнулись даже. Ой, все туда-сюда бегают. Что-то забавное происходит на улице. Редко, когда, знаешь, в форме все. Молодцы, спорт, движение, это жизнь. Я тоже, кстати, худею. Прощание у меня тут было в крайние дни. Они еще под дождем бегают. Вон этот опять бежит, держит. Я тоже сейчас перехожу на здоровый образ жизни. Здорово. Это что такое? Они по газонам идут? Это что такое? Я не понимаю. Смотрится забавно. Что там такое, блин? Происходит интересно. Все бегают туда-сюда. Сегодня надо почитать в интернете новости в Тюменском. Там, я не знаю, что происходит. Все бегают. О, еще в зеленом он. Ну что, прикольнулись сегодня? Я такое еще не видел. Хоть бы объяснили, что там происходит. Только догадываться приходится. Вот такой человек. Ладно, я замерз уже. Холодно, подожди. Ну, интересно. Спорт, наверное, спортом, наверное, занимаются. Он белым бежит, 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 бежит. Черным. Круги наворачивается. Интересно. Выбрали тоже. Интересно. А это их тренер, наверное, сидит вон там. Забавное какое-то у нас в городе тренер. Бывает, бывает, бывает. Они даже не соревнуются, но как-то странно бегают, хаотично. Я не знаю, забеги под дождем какие-то странные. Ну ладно, подъезжай. Там интересно, Екатерина Сергеевна не бегает, у нее тоже есть фотки на личной странице, что она спортсменка тоже принимала участие. Ну как-то они странно бегают, как будто... Ну вроде как и спортсмены, но как будто как и наркоманы. Я не знаю, не хочу оскорбить, конечно. Странно, как-то хаотично бегают. Странное мероприятие, конечно, спортсмену. Надо будет почитать на тюменских пабликах, что это. Вон, вон там еще бегают, если сейчас увеличу, вон там он. Вон, и по крыше, ой, там вообще полно их. Что происходит, блин? По крыше этого бегают даже, гаража. Как будто целый двор вышел побегать. Ну, забавное явление, я такого не видел. Смотри, что происходит ему? Там целое... Ну, странно выбрано, конечно, место. Забеги под дождем. И погода... Время и погода странное выбрано. Надо спросить у них, что у них бегают там. Что происходит?
Интересно. Еще есть какими-то этими, как оно, бумагами. Бумаги-то вымокнут под огнем, если, конечно, не файликов. Что такое, блин? Акция какая-то, что ли? Флешмоб. Ничего, дождь-то тут льет. Вот, если, я не знаю, видите, вот льет ливень, и бегают люди под дождем. Нам мне в городской паблик, наверное, выложить. У нас снег с дождем вообще. Май, блин, да. Люблю грозу в начале мая, а у нас тут снег бывает. В Москве даже снег шел на 9 мая. Вот это вообще в шортах, замечательно вообще, конечно. Что это такое? Если бы мы знали, что это такое. Они по газонам носятся. Но мы не знаем, что это такое. Нам будет поинтересоваться в интернете. Не тупить. В спортиках, в спортивных формах. Что-то давно уже бегают-то. Тут целая толпа бежит. И разбежались в разные стороны. Туда. Аж трое. Да то ли... Так, вот этот зашел вообще на спортплощадку. Интересно. И что-то отмечает бумаги. Как можно отмечать бумаги в дождливую погоду что-то? Вымокнут все документы. Вот этот встал тоже там. Все, набегались, видимо. Каждый свою позицию занял. Слушай, нет, на своле это, не хочу про 2024 год. Готовятся. Или просто зарядка, или что-то. Флешмоб. Мероприятие какое-то непонятное. Они просто здоровьем занимаются с утра. Ну как-то у них маршрут какой-то странный, хаотичный, вот это мне непонятно. Обычно у бегунов строгий маршрут, вот какой-то хаотичный, непонятно. Строго заданный маршрут по кругу. А тут что-то непонятно. Или это просто футбольная команда какая-то. Вот видишь, они пришли на, вон, на площадку, все по итогу разминались. Да, скорее всего, марафон какой-то, или к марафону готовится. Видишь, как будто передача эстафеты. Эстафете готовится, конечно. Молодцы, ребята. Во дворе редко увидишь все. Ну это не дальше подбежали. Ну-ка, можешь спросить вот этого человека. Да блин, он уже сел, вот он тут спортивным тоже был. Что сегодня день спорта, что ли? Здорового образа жизни. Или это после праздников они? Что там такое? Увеличить бы. Можно, конечно, спуститься и спросить. А вот и солнце даже не постоянно выходит. Теплее становится. Добавлено. Видно, ну, участники подъехали. В белом не видел. Еще где-то в зеленом побежал. Странно. Целый двор как будто. И они как будто меняются. Они переодеваются. Нет. Вот тут в зеленом. Какой-то там в белом. Какой-то. Их не было. Я думал, просто от дождя люди. Когда я просто встал, проветрил, думаю, на после вечера. Ну, после ночи, да? Встал у 30. У 30 думал, просто люди от дождя бегут. Потом я посмотрел и задумался. Нет, не просто от дождя, тут бегают уже долго, все в форме. Ничего не так, бегают быстро. Но это видно, что спортсмены все. Да. Извиняюсь, что он сказал. Немножко не так. Вроде бы я подумал, но он не сказал.
как будь так эстафете готовится, потому что сюда вот подбегают. Затронуть обязательно, да, надо, видишь? Я не придумал. Эстафете готовится, вот все затронули, дальше будет. Это забег, наверное, будет какой-то после праздника, через праздники. Я что-то такое, кстати, помню. Смотри, тут 34, наверное, просто бегом занимается. Загрузись номерами. Она в мае или когда бегала в прошлый год? Ой, или когда там? У нее есть фотки, надо посмотреть в ВКонтакте. Тоже блогер. Может быть, видеоблогер скоро до тюрьмы. Так, конечно, символично. Вот я с одним победой перешел на полезные атаки. Люди бегают из флага России, там символично смотрится. Да, они там все касаются. Ничего они уже кругов нырнули. Грязновато, погодите, холодновато идет. Я не знаю, там. Бегают, бегают. Ну ладно, он сильно занес. Конечно, футбольная компания, команда. Бегают достаточно долго. О, они туда куда-то бегут. Там далеко. Вот они там, они везде. По всему Тюменскому району, походу. О, мужик в возрасте даже бегает. Здорово. Поэтому, наверное, их наставник. Ты молодые, все странно. Здоровый такой. Разных возрастов, полов. Далеко убежать. Вот курьер. У них просто странное, хаотичное, непонятное. Непонятный маршрут. Потом, наверное, всей толпой придут сюда. Но у них остановка здесь, вот у ворот, как я понял. Эстафета, по-любому, конечно, эстафета. Кто это в эстафете, или по всему? Девушка, пацан. Там женщина. Ничего себе. Они молодцы. Происходит непонятно. Очень интересно. Ну это назад уже поехал. Вот и солнце встало. Светлым людям и солнце, и погода помогает, природа. Все что-то происходит интереснее всего. Не 10-е, кстати, но не 5-е, 2024 года. 10 мая 2024 года. Движение большое было. Так, и вот там вот у них, видишь, точки есть. Это как к эстафете явно готовится. Вот там прикоснулись к лавочке, тут прикоснулись к воротам. Я, кстати, вычел за это, ну, разобрался. Начинаю вникать, когда седал мне так вот, подорами. На стримах, медленно, наверное. Я понял, вот где вот эти вот у них
Вот тут несколько точек, ну интересно они придумали, кто за сколько времени, наверное, добежит. Я, кажется, понял, да, это как к Олимпийским играм и к чему готовятся. Я все понял. Это к эстафете явно готовятся спортсмены. Даже не надо спрашивать уже. У них вот несколько точек, там точка, надо за трону добежать за сколько-то время. Там точка у ворот, вот оранжевая, видите? Там точка у скамейки. Я понял все. Забравшись. Вникнув, как всегда. Ладно, оставим в покое, пускай бегают. Давно нет, куда-то убежали. Как будто бы люди готовятся. Это явно подготовка, утренняя зарядка. Это просто утренняя зарядка. Его подготовка к какому-то мероприятию. Например, будто эстафета, судя по всему, будто марафон. Возможно, на большой расстоянии, что он давно уже бегает 10-километровка, ну, 10-километровка. Либо просто утренняя зарядка. Целого двора, либо команды какой-то, либо футбольной, либо секции из восточных единоборств, может просто единоборств, да, каких-то разминка. Тут у нас недалеко школа дзюдо, возможно, ну а почему вот там они-то не бегают, там целый есть этот, как он, странно как-то, нет, у нас микрорайонов есть, да, школа. Там есть беговой круг целый, да, как он называется? Беговая дорожка. Вот площадка, тут странная какая-то, тут решили. Значит, больше на флешмоб похоже, я не знаю. Точки тут и расставили. Просто соображаю о выводах. Можно разные выводы делать. Вот они, кстати, вот они, все. Походят. Да. Кто набегали, видимо. Сколько нужно километров. Вот, целая команда, да, пытается. Меня сейчас заметят. Может спросить у них, что происходит. Что-то сюда идут куда-то. Братва целая идет. Как будто разбираться. Можем у них спросить, что происходит там. Это что такое? Ну, ко мне идут. Здорово, мужики. Что у вас происходит? Может крикнуть? Что это такое? Макс, забег? А, вот они откуда. Спортсмен, а Сергей Механин, который спортом занимается, тренер. Это может его команда первая. Видно, что подкачивает. Ну, тренажерный зал входит. Бодибилдингом вот занимается, да. Занимается железом. Вот. Судя по тому, как я увидел торс, вот этот накачанный, значит. Может, это его сам Сергей Механин из города Тюмень. Сейчас в Турцию на обследование ездил, спецпечатку. У него, к сожалению, рак. Блин, вроде спортсмен был, да? У него рак обнаружен. Понял, я ему там делился. Я говорю, я ему даже след дал, говорю, поверьте только. Вам сейчас надежда только на Бога, все. Но он не унывает, все равно продолжает. Ну, блин, никому не позавидуешь. У него рак. Он такой качок.
я там еще что. Ну, в общем, никому не пожелаешь. У него просто роликов много было тоже, как они бегали по городу Тюмени, его команда. Нет, я думал, может это из его команды, раз накачанный, этого пацан сейчас спрашивает. Заснял мне пипу, сразу все понятно, спортивку снял, спортивную одежду. Видно накачанное тело. Мышцы. Вот, я думал, это Сергей Механин, может подумал сегодня, предположим. Если него, сам он, по-моему, сейчас в Эльфтурстер уже уехал, то на обследование. Там только делают качественно. Ну нет, даже предполагали еще куда-то там дальше. Ну еще есть где-то, не только в Турции. В Турции дешевле, а где-то еще, говорят, все равно приходите к нам, кто-то сказал. Страна какая-то там есть. Сразу лучше бы к нам, говорит. Где-то там, за рубежом еще. Точно не скажу страну. Но даже не в Турции, где-то, где еще качественнее медицина. Ну, точно не запомнил, к сожалению. Вот куда ему предлагают. Все равно, говорит, сразу лучше бы к нам. За анализами, диагностикой, лечением рака. Есть какая-то страна, которая качественно лечит рак. Поддерживает хотя бы. Он, по-моему, же это неизлечимая болезнь или излечимая. Вроде научились уже. Хотя бы поддерживать здоровье как можно дольше жить.